Добрый день, меня зовут Раиса, я обучалась в школе доходной недвижимости Дениса Фетисова. Что он за человек? Гениальный человек, гениальный мотиватор, опытный инвестор. Ребята, есть у кого учиться. Первый шаг – есть у кого учиться, потому что очень много видео, очень много чего есть в интернете, не у кого учиться. Прослушать можно много, но тут Денис дает и урок одновременно с практикой. То есть вы не можете пройти на второй урок, например, если вы не пройдете практику на первом уроке. Потому что второй урок – это связанный с первым. То есть если вы не пройдете первый практический, пройти через все это по шагам, непонятно, он все объясняет, все доступно объясняет. Я проходила в многих школах, в трех школах это как минимум, но там нет практики, там есть теория и все. Но никто тебя не возьмет за руки, не поведет, вот тут сиди, тут учись, тут делай. Нет. Но Денис предоставляет такие инструменты, то, что ты не можешь не сделать их. И сделав их, сломаются все твои страхи, все стереотипы о том, что не может быть такого, да это сложно, да это не так, да это не то. Это все реально, и все вместе вы проходите. То есть за месяц обучения сейчас у меня 3 квартиры, я пересдаю их в аренду, пересдаю их посуточно. Был у нас участок с мужем, за 2 недели мы подняли дом. Планируем его тоже пересдавать или, может, будем делить и продавать. Это тоже нужно осознанно подумать. И, надеюсь, Денис нас поддержит в продаже. То есть уникальный человек. Спасибо ему за свой опыт, спасибо ему за мотивацию. Самое главное, он очень хороший мотиватор. То есть без мотивации у вас ничего не получится. Даже если у вас вы гениальный, там, талантливый человек, если у вас нет мотивации, то ничего не получится. Обучайтесь, учитесь, потому что есть у кого, хорошо, что есть такой человек, есть такой опытный человек, который может по полочкам все разложить, по полочкам все объяснить, и все инструменты у него есть для этого. То есть только бери и делай. Спасибо Денису за свой опыт, спасибо за мотивацию.